Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme 5i можно изменить обои. Для этого мы с вами заходим в настройки, после чего нажимаем начальный экран и обои, выбрать обои, выбираем статические либо живые обои, после чего разрешаем доступ и выбираем те обои, которые нам больше всего нравятся. Пускай будут вот эти. Нажимаем установить как и выбираем установить как обои экрана блокировки, главного экрана, либо же на оба экрана. И выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!